Не пробил. Странная херня с машиной происходит. Вот когда на газ сильно нажимаешь, вот такая вот вещь случается. Кто не сталкивался, нет? Было у кого-нибудь такое же? О, братан. О, здорово. Здорово. А ты что, в таксиста устроился? Почему? Белый Солярис купил себе. А что, если Солярис, то значит такси, что ли? Нормальная машина для города, комфортная, мягенькая. Что ты придумываешь? Слышь, до Ленина довезешь? 350. But is it this smooth? Короче, заехал на заправку, заправил 95-го Ecta Plus, G-Drive, Ultimate, V-Power, Turbo, NPS, Underground, топливо. Боюсь, теперь даже на педаль газа нажимать. Приехали Lancer смотреть Mitsubishi клиенту. Подбор у нас заказал. Так вроде хорошо, да, выглядит. Сейчас будем подробно его смотреть. Думаю, надо его рекомендовать вообще. Так, с первого взгляда хороший. А ты че? А тихо. Ну? Ой, кто на... Троечка F30. Клиент приехал с жалобой на то, что двигатель троит. Мы сняли декоративную крышку и показали ему, что у этого двигателя всего лишь 3 цилиндра. И это нормально, что он троит. Здорово, заебал. Я допрыгалась. Муж сказал, что у меня слишком много в его жизни, что я слишком сильно мозолю ему глаза. Я не так сказал. Как ты сказал? Я сказал, убери голову, мне зеркало не видно. Ребят, кто сказал 300? Мы выезжаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы заявочку оставляли на выкуп машинки Chevrolet Aveo? Да, ну ты что-то, блин, все мне звонят, никто ее не хочет брать. Почему? Потому что у нее коробка, у меня третья, четвертая не включается, вот вчера буквально. А потом у нее удар в правый этот был, правое крыло, и в жопу мне еще въехали. Ну, это все так подшаманено. Ну, вот, так что я говорю, дайте хоть полтинник, они потом даже не перезванивают. Да, а, она еще, короче, в этом... В залоге под ПТС и еще арестованная. Вас как зовут? Дарья меня. Даша. Меня Андрей, очень приятно. И вы удивляетесь, почему ее не покупаем? Ну да.
Короче, смотрите, помыл машину, чистая такая, а мусор все равно есть. Я не понимаю, как от него избавиться, блядь. Че, пятница? Будем рубиться на ящик пива? Конечно. Вы готовы? Давайте сыграем в стоечку. Кто проставляется? Сектор Фриз на барабане и... Хотите узнать, как сгорают летом машины? Смотрите, банка стоит. Ставим ее вот сюда. Теперь смотрите на точку. Вот и пипец в машине.